множество ударов по мячу и всего один заветный гол. Таким напряженным оказался матч участников старшей возрастной группы на областном этапе всероссийского турнира «Кожаный мяч». Благодаря воле к победе, боевому настрою и поддержке тренера футболисты Щербакульского района сумели взять главный приз. Конечно, игра удалась сложная. Боролись, все как бы чувствовали командный дух, друг другу помогали. Тренеру, конечно, большое спасибо, что он с нами был до конца. У нас до этого были районные соревнования, которые мы выиграли. Затем уверенно прошли нашу южную зону, считая ее одной из сильнейших в нашей области. Ну и вот как бы финал, очень достойный финальный соперник, команда Омского района, хорошие ребята. Поэтому как бы и борьба, и результат 1-0 в нашу пользу. Мы очень рады, мы шли к этому результату, добились его. Молодцы, пацаны. Не менее напряженные матчи за лидерство были сыграны в средней и младшей возрастных группах. По итогам всех встреч в рамках «Кожаного мяча» список победителей, открытый щербакульцами, пополнился командами Таврического и Исилькульского районов. Причем на этом баталии юных футболистов не закончились. Победители регионального тура вышли в следующую стадию отбора, где вскоре вновь смогут защищать не только честь своего района, но и Омской области в целом. А завершится чемпионат финальными играми Всероссийского национального турнира, которые состоятся в августе и сентябре на стадионах Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани.